Видео включено. Делаем апельсиновый сок. Нашла я рецепт. Один апельсин. Потребуется один апельсин. Его нужно помыть под краном от пыли и так далее, от всего. Теперь его нужно мелко нарезать. Можно и не мелко, потому что в любом случае это все уйдет. Давай. Этот. Ты не приболел? Нет. Рука болит. Ой, Зой, зайчик. Как ты так вчера? Я хочу косточки отсюда удалить. Апельсин нереально сочный. Обычно летом они такие сочные не бывают. Прям с кожурой. В блендер. Надеюсь, кто-нибудь на заметку возьмет и приготовит. Я уже делала. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Блин, весь сок остается здесь. Попробую вот так сюда резать, чтобы не потерять сок. Вызывай милицию, вызывай скорую. У меня уже кипятится 3 литра воды. Вот, еще для этого нужно 3 литра воды. Она вот у меня уже стоит. Кипятится. Теперь берем все это, блендерим. Измельчаем, короче. Сейчас, быстро. Нет, конечно. Убавь звук. Мама. Все, блин, тут половина высыпала, ёпарасы. Так, все, мы приготовили. Теперь ждем, когда закипит вода. Туда нужно отправить 100 грамм сахара. Ну, 100 грамм сколько это, я не знаю. Я на вкус сделаю 3 ложки. Я сильно сладкий не хочу. Раз. Два. Ну, 2,5, короче. Нужно размешать, чтобы сахар размешался. У кого есть лимончик, можете приготовить с лимончиком. У меня лимона нет, у меня лимонная кислота будет просто. Все, можем сюда отправлять наш апельсин. Вот это все мы высыпаем. Сюда. И доводим до кипения. Я вот так ее сполосну. Получится апельсиновый сок с мякотью. Все, пока там оно будет закипать, я быстро помою посудку. Это мытая.
полежу немножко, почитаю. Отдохну. Потом буду думать, что еще готовить. Вызывай скорую. Что ты читать будешь? Книгу. А какую? Уже новую. Что за я так посмотрела? Не знаю. Вот прям такие вот. Я спать. Все хорошо. И тут же что-то болтает. Чего? С тобой все в порядке? Нормально. Со слухом нормально? Сколько пальцев? Все. Я думала, ты такая, типа, спать, а я же говорю, типа, я спать. Ну, спи. Я не хочу спать. Тебе скучно? Да. Это лето, дорогой мой. Это лето, кастанет. Не ну-ка с телефоном аккуратнее. Телефоном аккуратнее. На лазурном побережье. Че, зеленкой вечером обработаем? Да, надо в душе и тебя купать. Как ты на это смотришь? Это я так не хочу. Почему? Ну надо, хочешь, не хочешь, а надо. У тебя кожа соленая? Какая? Соленая? Нет. Нет? А у меня соленая. А мне-то что? Меня все равно. Никто меня не целует. Да никто. Никого. Ну ты только. Ну и то ты же меня просто так ма, и все. А как надо? Ну как надо? Маме с сыночком так и надо. Это. Подойди, пожалуйста. Что ты там мне хочешь уже ляпнуть? А-а-а. Не хочу я слушать твои речи. Я не хочу говорить. По поводу поцелуя. Вот и не надо, промолчи. Я говорить не хочу, я хочу показать. Не надо показывать. Да, мама, блин, надо. Я и так знаю, что ты все знаешь, все, все. Да ты надоела, подойди. Я надоела, подойди. Ты что, не буду? Нет, ну вот смотри, мне красиво. Потому что надо мыться. Вот-вот. Скажи, мам. Ма. Ми. Миму. Скажи ма. Ма. Ми. Ми. На. На. До. До. Сха. Ска. Сха. Сха. Ди. А? Сха. Ой. Дить. Маме надо сходить? Ну нет, другой-то. Ма, ми, на, до, сха, дить. Маме надо сходить? По. По? Воду. Воду? По какую воду? Раньше говорили, надо сходить по воду. Угу. Ты ходила по воду? Да. А мы фляги воды домой таскали. Ты что-то какая-то пещерная. Я пещерная. Пещерная. Я из деревни. А мы, знаешь... Водопровода не было. Мы сейчас не по воду ходим, мама. Мы сейчас ходим за водой. Угу. Я имею в виду детей. Нет, что-то он стал жесткий. Ну, конечно, он засох, сох, 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 сох. Он засох, сох, сох. Что-то я сделала не так. Уже
время? Четыре часа. Вот его сворачивать, он будет ломаться. Да, все. А что это такое? Все, он закипел. Сейчас покипит пару минут, выключаем, пусть настаивается. Как настоится, остынет, можно его процедить в банку и все. И потом покажу конечный результат. А лаваш не очень. Ну, как? Он вкусный, он просто в него ничего не завернешь. Ну, ароматный.